Евровидению. Количество просмотров видеоклипа на их песню на YouTube превысило отметку в 500 тысяч. А мы двигаемся дальше. Страна, которая привезла самый большой реквизит на конкурс — Армения. Владимир Арзуманян, 12 лет, считается самым большим своим достижением — третье место на детской новой волне в этом году. Он увлекается карате, у него коричневый пояс, но очень дружелюбный. Подружился, кстати, с нашим участником Даниилом Козловым и рассказал ему, что влюбился. Владимир Арзуманян, поясните, что мама Ерка. И в своей песне просит у мамы совета, как быть. Но пока писал песню и пел, любовь прошла. Владимир Арзуманян, номер 10. Ես իրուն է նրան, չի անսունդանել